Друзья, всем привет. Смотрите, вот, короче, сейчас находимся мы в торговом центре. Это у нас город Новохоперск, Воронежская область. И вот для ребят из регионов, кто вообще не шарит в качестве, вот сейчас мы хотим показать, что вообще продают у вас, и вы считаете, ну, это тем же качеством, которое продается в интернет-магазинах и шоурумах, ну, типа, хороших, достойных, где там за дорого продают люди. Смотрите, вот вроде бы как бы вот эти вот Джорданы, да? Вы вот видите, что да, вот оно на картинке все то же самое, короче. Вот сейчас вам показываю, и цена, да, вот смотрите, цена тут у нас 1990 рублей. Короче, вам на самом деле, может, я и не объясню, вам надо заказать и то, вот, ну, каких-то поставщиков, наверное, в Москве вот такое вот тоже продается, вот такие вот такого качества. И сравнить, вот, заказать у нас и вот того, чего вы там видите где-то за копейки, и сравнить, смотрите, ну, тут, блин, даже вот, видите, короче, даже, покажи, вот эта вот хрень даже начала отклеиваться. Она на нормальных Джорданах, она, короче, не приклеенная, она, как бы, там, типа, принт такой идет. Вот, потом дальше, что еще здесь? Да, подержи, можешь подержать? Короче, ярлыки, ну, естественно, здесь никакого не оригинального образца, это так чисто такой китайский образец, ну, похожий, издалека похожий на оригинальный. Так, скорее всего, это, наверное, в пакетиках идет вот эта штука вся, вот в таких пакетиках, без коробок. Коробки вы видели, я думаю, там крутая пушечная коробка. Так, тут даже и прошивочка есть, но, вот это вот хрень какая-то дешманская. Стелька очень какая-то тоненькая, такая поролонка, не вспененный какой-то материал. Ну и все вот это, конечно же, вы видите, да, натуральная кожа прям у нас здесь присутствует, вот. И вот это, вы думаете, что то же самое качество, которое мы продаем, которое потом продают люди шарящие, которые думают, ну, знают, сколько это должно стоить. Вот. И вот эта вот штука, наверное, если тут цена 1990, я думаю, максимум 1000 рублей она в закупке. Также представлены здесь у нас Джорданы, вот такие, смотрите, Jordan Fashion, Fashion Profession. Это у нас, короче, вот нового дизайна логотип Nike. Zeki какой-то, короче. Это коллаборация с какой-то подпольной китайской или подмосковной фабрикой. Также очень много найков вот всяких разных. Вы это вот видите в интернете. И, о, бля, какие найки крутые. Я такой модели, если честно, даже не знаю. Это что-то похожее на... Честно, хуй его знает, ничего похожее. НБшки 574 тоже вот. Если вы берете, сразу, короче, понимаете, что... А, так вот. Размерчик у нас на стельке указан, как в кроссовках вообще в принципе не бывает и не должно быть. Размер у нас указывается только на ярлыке, вот на вот этом, который здесь, он у нас прям Китай-Китай такой вот ярлык, Китай-Китай. Вот, здесь даже логотип у нас есть, круто. Все, как я вам показываю в обзорах в своих, что есть логотипы, все дела, вот они, да, есть НБ. Буква Н, а не И. Все круто. Но, блин, по качеству это такое говнище. Форсы, ребят. Вообще огонь. Форсы. Смотрите, модель Air Force, да, у нас, короче. А тут написано Air Max. Вот это вы собираетесь продавать своим покупателям, короче. Которые тоже, наверное, так же не шарят, как и вы. Что они будут покупать. То есть, как это выглядит? Вы, короче, смотрите там в интернете, где-то там выкладываются фотографии вот таких вот форсов. Так как вы не разбираетесь в качестве, не понимаете в деталях, вы такие, о, бля, заебись, короче. Но главное, что цена там типа 1000 рублей закупочная, оптовая. И вы побежали заказывать. Ну и в итоге вы покупаете вот это вот все, говнишко. И потом вы это все продаете дальше там в своем же Авито. Например, вот смотрите, у вас целый ассортимент там Джордана вот таких крутых, Адидасов каких-то, которых, наверное, тоже... Бля, они такие легкие, пизди. Которых даже не существует в Ориге. Вот, каких-нибудь... Вот, чего тут у нас еще есть. Вот, допустим, НБшку. Вот, под 574, да, они канают, нормально все. Вот, но такого качества прям...
Легкие. Да, все логотипы есть, то, что я и говорю, и рассказываю, что оно должно быть. Но это такое. Вот вам надо просто взять и сравнить, короче. Вам надо просто взять. Единственное, что я здесь увидел, это более-менее норм. Это вот, ну, вот по качеству я имею в виду. Более-менее норм, это уже вот эти вот найтболы. И найтболы, цена у них, ну, тоже 2 рубля, короче, розничная. Вот. Но это все, скорее всего, вот этот весь ассортимент, это пакетированный. В пакетиках это уже означает, что это никакая не реплика. Это просто подделка подделки. Так, наверное, будет правильнее назвать. Вот здесь у нас, короче, Джорданы. Прям даже с логотипом, вот он. Air Jordan. Не спорт, фэшн, а прям, да, вот такой вот, короче, получается, прям Джордан. Реально. Можно спутать с нормальными, короче, Джорданами, вот если не понимать по толщине вот этого, вот даже там материалом. Если вы не понимаете, то вы можете спутать и будете это продавать, как бы, вот, думая, что это триашки, ну, премиум качество. Вот, если еще у них коробка будет хоть какая-нибудь, то вот вы и продаете такое потом. Рибоки, короче, крутые. Вот. Ну нет, по качеству они, я бы сказал, ну норм. Но вообще, как бы, не знаю, модель такая вообще есть в Ориге или нет. Эти, даже, короче, прикиньте, даже есть вот эти вот найтболы. Даже вот у них уже вот эту вот хрень сделали. Но это просто, видите, там должен быть логотип под этой штукой. А тут сделали просто, да, обманочку такую. Вот. Надписи на подошве, там Nightball, по-моему, должна быть. Вот. Ну, это все тоньше, короче. Ну, расцветочка такая, да. В Ориге похожая, прям, по-моему, такая же есть. Вот это еще более-менее. Вот единственное, что вот по качеству здесь более-менее, и там даже ярлык под оригинал сделан, короче, это вот Адики, вот эти ZX 750. Ну, у них и ценник сразу же. Тыдынь. 3000. И вот это вот, да, более-менее достойное качество, которое, ну, можно продавать. Можно, типа, продавать даже. Когда-то продавали такие, как Арик, как оригиналы. Я сам такие продавал. Они хорошие по качеству. Но просто, почему цена такая? Потому что ZX, они сейчас не такие популярные, как раньше были. Вот, поэтому у них ценники гораздо ниже. Но вот это вот, хоть более-менее всего вот этого ассортимента, то, что такое, ну, достойного качества. Ну, вот они, форсики, которые вы видите на картинках. Все, вам говорят, там качество люкс, бла-бла-бла-бла, братан, это точно люкс. Вот они, 2290 в розницу продаются. Я тебе там за 700 рублей, короче, качество люкс оптом продам. Вот это вот такое говнишко, короче. Вот. Вы так не поймете по видео, но вам надо заказывать и сравнивать. В общем так, год продаете такие, потом вас нахуй клиенты посылают. Заказываете у нас, понимаете разницу, начинаете продавать нормальный товар. Ну и всякие Луи Виттон, короче, для Новохоперска, это прям нужная штука. Вот они, форсы. А, вот, Джорданы четверки. Вообще, блин, капец. Спорт фэшн. Вот такие вот Джорданы четверки, я вижу, в Авито продают люди и пишут. Джордан 4, люкс, качество, блядь. Сука, вы бы видели это качество, здесь просто пиздец, блядь. Это просто пиздец. Вот так вот вы не разбираетесь, короче, понимаете, вот вы не разбираетесь, что должно, блядь, подошва вообще пластик прям конкретный, прям, ну, она резиновая, ну, блядь, такое гладкое, можно поехать на ней даже летом. Вот, короче, вот такой вот, ребят, ассортимент, и вот это вы видите, как продают в Авито, и думаете, что это люкс качество. Вот они тоже четверочки, охуенные просто, смотрите, вообще, блядь. Прям берешь их и прям понимаешь, что качество на высоте вообще. Это прям копия, прям реплика люкс-класса. Так, что, пойдем?